Ребят, в общем, вот она, та самая Черная речка, на которой я очень много раз останавливался. Очень много видео я не успел смонтировать и вам показать. Поэтому, ну, в общем, вот она, Черная речка. Сейчас идет дождь. Мы встали под мостом. Смотрите, у меня какая огромная супница, и я пью из нее кофе. В общем, классно. Нет ни комаров, ни мошки, вообще ничего. Ветерок так прям хорошо обдает. Какую-то прикольную птицу там видели, не успели заснять. Но успели полетать на коптере, пока не было дождя. Сейчас идет дождь. Кстати, в этой речке я купался. В одном из перегоней, когда вот было тепло, я здесь купался. И в этом году очень много воды, очень много. Вообще, можно вот вдоль вот этих вот кустов было проехать. А сейчас смотрите, сколько воды. Очень много. И там дальше, где вот мы летали, там перекат. А сейчас этих перекатов не видно. То есть она полноводная. Видимо, наверное, сильные дожди были. Дождливое лето. О, ребята, красотища. Блин, как классно. Фура прошла. Смотрите, как здорово. Вообще, природа России, она неописуема, она очень красивая. Просто здорово. Тайга. О, ребят. Приближаемся к месту ночевки. До места ночевки 5 километров. И, я не знаю, камера это передаст. Вон там вдалеке, справа видно часовенку. Вон она, вон там. Это прям, это тоже традиция. Обязательно, когда здесь еду, останавливаться и ночевать именно там. Так что вот так вот. В общем, заканчивается 15-й день нашего путешествия. Это экватор нашего путешествия, когда мы собрались поехать во Владивосток и в Магадан. Сейчас мы находимся в Амурской области, рядом с часовней Перевал Тена. За все время с Владивостока мы отъехали на 6200 километров. И за сегодня мы проехали почти 900 километров. Причем, смотрите, ребят, расход составляет 3,5 литра на 100 километров. Причем мы не экономили. Мы просто, когда вышли на федеральную трассу, подкачали давление. Сейчас давление у нас в колесах 2,7 атмосферы. За вот этот вот крючок 4000 километров по фиговым дорогам, когда мы поехали в Магадан, мы не прокололи ни единого колеса. В общем, все хорошо, все замечательно, конечно. Не доехали мы до Магадана, это очень печально, но ничего. Зато будет повод вернуться туда и доехать до самого конца. Сейчас хотели полетать, а погода дождливая. Даже как-то и не выйти. Сейчас машина не запущена, не будет работать сплит-система. То, что написали 22, можно написать 32, оно не поменяется, машина не запущена, можно хай написать, можно наоборот все это сделать, понимаешь, но не будет она работать, машину надо запустить, машина просто в режиме ожидания, она здесь ready же не написано, было бы ready написано, то все было бы ништяк, понимаешь, так что, в общем, сейчас мы как-то попытаемся поужинать и будем ложиться спать. За завтра мы должны проехать почти 1100 километров. Это очень много, надо будет вставать рано. Не знаю еще пока во сколько будем вставать. Надо подумать, в общем. Либо завтра будем ехать в очень таком шустром ритме. Да? Так что, ребят, вот он наш экватор. Всем всего хорошего, увидимся следующим днем. А надеюсь, дождь быстрее закончится. В общем, все, в путь спать.
Всем доброе утро. 16-й день путешествия наступил. Что там дождь прекратил? Вот там чуть-чуть светает уже. Так, ребят, 5 часов утра. И мы едем. И вчера, в общем, мы наливали воду у источника. Кстати, а мы снимали этот источник на камеру? Наверное, нет. Там машина приехала. Ага. Рядышком населенный пункт, я потом напишу название, где находится этот источник. И давайте сейчас мы померим качество воды. Судя по цвету, по-моему, она не совсем качественная. Включаем приборчик. Опускаем до отметочки. 68. Слушай, вода-то хорошая. 69. То есть вот эта вода, ребят, чище, чем идет у вас из-под крана. Ну, конечно, все зависит от региона. У нас в Волгограде из-под крана идет 160, 180, 200 иногда бывает. А у тебя, по-моему, даже 200 с чем-то единиц, 230. То есть не такой уж он и грязный, оказывается, источник. Хорошо. То есть эту воду, в принципе, можно пить. Вот такой классный приборчик. Шел в комплекте с этим, с фильтром обратного осмоса гейзер. Кстати, тогда по дешевке купил этот гейзер. Ну, по супер акциям. Ребят, вы же сами знаете, я все по акциям покупаю. И эти самые коптеры по акции, и телефоны, и все на свете вообще. Так что так. Ой, вот только не надо говорить, пока девушки работают, мужики отдыхают, летают, развлекаются. Мужики тоже работают, вот ой-ой-ой. Ну а как в поездке еще приводить себя в порядок? Как бреются, я вам уже показал. Стираются, вот видите, ведра, они насколько универсальные. Мало того, что на них можно сидеть, в них можно стирать, с помощью них можно мыть автомобиль, в них можно класть всякую хрень. Да вообще прикольно. И дома в хозяйстве пригодится. Все условия. Так, это у нас высохло. Ребят, антиреклама зубных поликлиник и прочего. А в путешествии, ну, чистите зубы утром, днем и вечером. Я долго ухахатывался, когда один популярный блогер, который любит ездить в Арктику, рекламировал. Что он там, зубную пасту рекламировал? Ребята, у меня реклама зубной щеточки, которая может складываться вот так вот. Название? Без названия. No name. Но зубы чистите, чтобы потом не посещать всякие зубные поликлиники. А сейчас я знаю, они любят разводить на деньги. Так что вот так вот. И еще, ребят, не мусорите, убирайте за собой. Вот пакетик, вот так вот завязали. И где-нибудь на заправочке все равно будете останавливаться, заливать топливо. И так вот. Хоп, и выкинули. Так, ну, сейчас такие вот полуглухие места. С заправками здесь беда. И цена топлива чуть-чуть выше, чем мы заправлялись в Талдане. Поэтому в Талдане мы залили еще дополнительно 25 литров в канистрочке. Сейчас полный бак у нас почти. Да нет, полный бак. И едем дальше. Следующая заправка у нас будет в Чите. В Чите нальем чуть-чуть. И дешевый бенз будет на самом Байкале. В... не помню, как называется населенный пункт. Слюдянка? Нет, Слюдянка на другом берегу. Короче, вот так вот. Все, едем, кайфушечки.
Мы едем дальше. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Детский сад.